Чуть больше 2 недель осталось до 15-го форума межрегионального сотрудничества Казахстана и России. 380 человек уже подтвердили свое участие. Это гости из 15 регионов России и 15 Казахстана. Как попасть на форум и какие мероприятия запланированы на 8 и 9 ноября, расскажет Айгерим Мукашева. Участвовать в 15-м форуме межрегионального сотрудничества Казахстана и России может любой желающий. Достаточно зарегистрироваться на сайте tourismforum.kz. Там же можно ознакомиться с программой и задать свой вопрос. В основном гости интересуются расположением объектов, техническими нюансами и подготовкой к выставке. Регистрация началась в середине октября. За это время свое участие подтвердили 380 человек. Мы ожидаем, что в форуме примет участие где-то 700 человек. Уже зарегистрировано со стороны Российской Федерации 11 регионов, и со стороны Казахстана у нас подтвердили участие 15 регионов. Форум вообще пройдет 8-9 ноября. В рамках форума планируется проведение пленарного заседания и панельных сессий. Будут говорить о новых трендах в сфере туризма, цифровизации, мерах господдержки и, конечно же, укреплению казахстанско-российских отношений. Наладить взаимовыгодные связи, обменяться опытом, привлечь инвестиции. От этого форума участники обеих сторон ожидают многого. А раскрыть туристический потенциал и продемонстрировать его гостям можно будет на выставке. Это могут быть и какие-то курортные зоны, базы отдыха, лечебный туризм. Будет отдельно представлено от Казахстана стенд от медицинского туризма, стенд будет города Астаны, казах-туризм. И, конечно, наши регионы Казахстана представят свои туристские возможности. Мангистау, Восточно-Казахстанская область, Павлодар и, естественно, мы, Северо-Казахстанская область, тоже будем на стенде. Выставка будет проходить 8 и 9 ноября. В теннисном центре для нее выделили 2700 квадратных метров. На второй день ее посетят глава России Владимир Путин и Казахстана Нурсултан Назарбаев. Под форум отвели две основные площадки – дворец школьников и теннисный центр. Встречать гостей будут 150 волонтеров. Айгерим Мукашева, Руслан Тлюжанов, Даниил Тарасов. Новости МТРК.